Камбаратинская ГЭС-1 станет флагманом кыргызской энергетики. Начало ее строительства является большим шагом на пути к энергетической независимости Кыргызстана. Об этом 25 ноября на собрании Народного Курултая заявил президент Садыр Джапаров. Несмотря на экономические трудности, страна приступила к строительству этой гидроэлектростанции. Кроме того, начато строительство нескольких малых ГЭС. Некоторые из них будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Мы обязательно выведем страну из энергетического кризиса и станем страной, которая экспортирует электроэнергию, а не покупает ее за границей, подытожил Садыр Джапаров.